18 марта в Заволжском районном суде оглашен приговор двум гражданам Узбекистана, Махмудову и Каримову, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Прокуратурой Заволжского района города Твери поддержано государственное обвинение в отношении двух граждан Республики Узбекистан 1984 и 1998 года рождения, совершивших преступление, предусмотренное частью 3 пункт МГ, часть 4 статьи 228 прим. 1 УК РФ, покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Как мы сообщали, подсудимые были задержаны 16 мая 2019 года сотрудниками Управления наркоконтроля регионального ОМВД. В ходе личного досмотра у одного из подсудимых обнаружен и изъят 181 сверток с наркотиками, в том числе героином, у второго 121 сверток. В переводе на деньги сумма изъятого составила почти 1,5 миллиона рублей. Установлено, что граждане Республики Узбекистан, действуя в сговоре с третьим лицом не позднее 16 мая 2019 года, получили от последнего наркотические средства в размере более 420 грамм, везли их на территорию города Твери, после чего стали производить закладки с данными наркотическими средствами в городе. Однако умысел незаконный сбыт наркотических средств ими не был доведен до конца, поскольку виновные лица были задержаны сотрудниками полиции. Наркотические средства изъяты из незаконного оборота. Пакеты с наркотиками один из обвиняемых, по мнению следствия, забрал из ведра около мусорных контейнеров, расположенных у трансформаторной подстанции в Заволжском районе Твери, и хранил их при себе с целью дальнейшего незаконного сбыта. Подсудимые свою вину отрицают. Приговором Заволжского районного суда город Твери подсудимые признаны виновными в совершении названного преступления. И им назначено наказание в виде 10 лет 10 месяцев и 10 лет 1 месяца соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.